Слоновий конкурс красоты устроили в непальском селении Саураха. Перед жюри встала непростая задача – выбрать лучшего из лучших. Дрессировщики потратили много часов на то, чтобы помыть и раскрасить замысловатыми узорами своих подопечных. Некоторым даже сделали маникюр. У нас 9 критериев для оценки слона. Самое важное – это строение тела, потом следует украшение, затем походка, послушание, чистота ногтей и других частей тела. Дрессировщики говорят, что заботиться о слонах непросто. Каждый день мы просыпаемся в 5 утра и убираем тхаан – жилище слона. Помыв животное, идем в джунгли за кормом. Его раздаем вечером. Мы возвращаемся домой к 8 утра и даем слонам крупу и другую еду, которую они любят. В Саурахе останавливаются тысячи туристов, которые приезжают в национальный парк Четван. Каждый год в конце декабря здесь проходит фестиваль слонов. Помимо конкурса красоты проводят гонки и футбольные матчи со слонами.